Добрый день, мои уважаемые подписчики. Мне очень приятно, что мои истории, моей реальной жизни вызвали у вас такой интерес. Да, наши родители – это то, что остается с нами всегда. Здесь, здесь. Иногда это просто памятники, иногда это просто дата родился, дата умер. Вот. А иногда ты понимаешь, что твой отец был великим человеком, занимался очень большой благотворительностью, но в реальной жизни, в семейной жизни был не всегда понятен своим близким. И этот случай как раз мой. Мой отец был очень великим человеком, он очень много добра сделал людям, которые работали в его подчинении, просто знакомым и друзьям. Но сам он больших денег боялся. Хотя и напрасно. Все, что было под его начинанием, превращалось просто в миллиарды. Приятного вечера!